Каменском районе сегодня ввели в эксплуатацию обесточенные прежде котельные. Районные чиновники заверили, что уже завтра тепло поступит во все без исключения дома горожан. Напомним, большинство котельных, а их в Каменском районе 35, были отключены от электричества еще летом из-за больших долгов перед энергетиками. В результате отопительный сезон в районе начался с большим опозданием. На прошлой неделе часть котельных, 13 теплопунктов, удалось ввести в эксплуатацию. Но батареи потеплели далеко не у всех жителей района. Сегодня, уверяют местные чиновники, удалось договориться с электроснабжающими организациями о подключении оставшихся котельных. Последние котельные в Камне и в Каменском районе будут подключены сегодня. Подключат к электрической энергии. Ну а работать по отоплению жителей они начнут, наверное, с завтрашнего дня. Отметим, режим ЧС из-за неподготовки к зиме продолжает действовать в Змеиногорске и селе Карболиха Третьяковского района. Там до сих пор строят новые модульные котельные.